Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Кей. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Мне здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте видеть моник по регистрации. Также не забывайте видеть мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. За промокод и за ник вы получите очень хорошие плюшки, поэтому не забывайте их водить. Итак, пацаны, сегодня новая серия, вышло небольшое обновление. Если что, это NPC стоит, это не какой-то игрок, это обычный NPC, которого мы можем навалять. Поэтому не обращайте внимания, я решил так необычно начать серию. Я просто ехал покушать, думаю, почему бы здесь серечку не начать. Я думаю, нормальная тема. Так, давайте сейчас возьмем наш гоночный мотоцикл. Конечно, это не R1, но, думаю, тоже потягаться с ним может. Сейчас онлайн, кстати, довольно-таки неплохой. Сейчас у нас время 1 часов по МСК. И, в принципе, вышло небольшое обновление. Давайте вам сейчас все покажу, все продемонстрирую, в принципе. Обновление произошло с инвентарем. Как бы, я не знаю, это хорошо или плохо. Просто сделали новые иконки. Открываем инвентарь, у нас есть, получается, вот, новая иконка магнитофона, новая иконка ящика Пандоры, новая иконка ремок. Ну, короче, много новых иконок, но у меня в инвентаре мало чего есть, поэтому показать я вам все не смогу. Ну вот, давайте ящик Пандоры даже откроем, в принципе. Даже можем информацию посмотреть, что это ящик Пандоры. Также само здесь можно информацию посмотреть. Так же само можно здесь посмотреть. Ну, короче, я думаю, вы все это поняли. Обновление, конечно, не очень большое, но, в принципе, хоть какое-то обновление, это уже на самом деле радует. Я также не заходил на сервак пару дней. Я последний раз заходил в воскресенье. Сегодня у нас среда, и я обратно зашел на сервак. И, как бы, кроме этого обновления, ничего больше не изменилось. Хотя обновление весило 400 мегабайт. Я, на самом деле, даже охренел. Я думаю, уже новый модпак вышел, на самом деле. Потому что, ну, как может быть иконки инвентаря весить 400 мегабайт? Я вот серьезно не понимаю. Хотя, возможно, что-то еще добавили, но об этом я, как бы, не знаю. То, что я знаю, я вам показал. Сейчас поедем по стариночке, оплатим логи, потому что, как бы, у меня есть два дома. Второй дом я, сука, по-прежнему не могу продать, я не знаю почему. Я уже стараюсь его продать, но никак не получается. Итак, пацаны, залетел я в банк, давайте оплатим налоги. На транспорт налогов нету. Налог на дом 48 тысяч. Это на два дома, если что, это не на один. Так, оплачиваем, в принципе. Бля, я скоро так без денег останусь. Вот у меня все бабки, это 193 тысячи. Я не знаю, блин, что мне делать, потому что я постоянно все сливаю в казино. Вот постоянно просто. Каждый месяц, каждую неделю я сливаю все в казино. Вот появился у меня там лям, например, все, я иду в казик. Я как бы не азартный человек, но, блин, я всегда хочу поднять нормально бабла. Знаете, куда я хочу поехать? Я хочу поехать, получается, на дуэль. Там, по-моему, дуэли есть. И я, как вы знаете, купил скиллы. И хотелось бы с кем-то постреляться, но надеюсь, там кто-то есть. Хотя онлайн небольшой, блядь, там кто-то есть. Ну, давайте поедем, посмотрим. И, возможно, с кем-то постреляемся. Потому что на 0.37 я толком вообще не стрелялся. Типа, ну, я не знаю, какая здесь стрельба. 0.3, да, я стрелялся еще без скиллов тогда на родине. Но я скиллы купил и хочется, знаете, ну, постреляться с кем-то, дуэль сделать. Вот как бы дуэль здесь можно делать, но никого здесь, я так понял, нету. Так, пошли заявки на дуэль. Заявок нету. Бля, ну хуёво на самом деле. Отозвать заявку, создать заявку можно. Так, карта Кремль, либо переулок. Допустим, Кремль, Дигл, видите, ставку. Да, здесь еще на ставке можно... Можно будет Сашей постреляться, но у Саши скиллов нету, поэтому это будет нечестно. Но Саше обязательно нужно будет видосик записать. Мы с ней еще гонку не записали, как вы помните. Ну, короче, надо что-то с Сашей снимать, потому что одному реально очень скучно играть. И идей, что записать, вообще нету. Ну, а Саше можно будет поугарать, покататься там, постреляться. Думаю, будет интересно. Поэтому, пацаны, кто хочет, чтобы... Я записал видео с Сашей. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сука, я тут с девяткой зарубился. Короче, нашел багом ускоряться. И это хуйло меня подрезало. Давайте сейчас его догоним. Дадим ему пиздюлей просто. Потому что он реально охуел, блядь, на своей девяточке. Я просто его начинаю обгонять. И он меня подрезает, короче, пидорас. Просто реально пидорас. Я вообще запись звука в игре отключил. Потому что... Кто-то музыку включает, кто-то еще что-то делает. Гелик продают, лексусы, блин, всякую хуйню. Короче, ничего интересного здесь нету. Поехали еще в юшку съездим, я этого долбоеба найду.
на девятке, потому что он, по-моему, туда поехал. Короче, пацаны, у меня не получилось его найти, давайте рулеточку покрутим. Так, юзать. Реально, пацаны, пиздец скучно, не знаю, чем заниматься вообще на родине. Надо по-любому Сашу звать, потому что самому здесь очень скучно. О, 33 тысячи, другой разговор, ебать, так бы сразу, нахуй. Ну, блин, прикольно то, что ты можешь бесплатно, типа, эти бронзовые рулетки брать. Во, 35 тысяч, заебись, нахуй. Во, кстати, удобная хуйня, блядь. А тот это дрочиться постоянно в этом меню, блядь, где призы забирать, было неудобно. А здесь, в принципе, нормально. Это что такое вообще? Бумбокс? Блядь, это мне больше какие-то деревья напоминает. А, получается, это радио, это бумбокс. Я понял, блядь. Я думал, это какие-то деревья вообще, ну, реально. Новогодний мешок, понятно. Тыквы, подарки какие-то, да? Ну, я понял, короче, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.